Парламентские выборы – это продолжение президентских выборов. Это как двухфазная прививка от ковида. В ноябре мы сделали первую дозу, избавили Молдову от коррумпированного президента Кулька. В июле мы должны очистить этот коррумпированный парламент. Туда должны прийти новые люди. Я призываю вас всех прийти на эти выборы. И я обращаюсь, особенно хочу обратиться к тем избирателям, которые в ноябре проголосовали на президентских выборах за Рената Усатова. Их очень много, 230 тысяч человек, 17%. Пожалуйста, придите еще раз на эти парламентские выборы. Подтвердите ваш выбор, сделанный в ноябре месяце прошлого года. Возьмите с собой знакомых, друзей, родственников. Давайте удвоим, утроим этот результат, чтобы добиться реальных перемен в нашей Молдове.